Цвет ночи. Добро пожаловать домой. Приветствую, брат. Приветствую. Я Ачива, хозяйка этого убежища. Люсьен рассказал мне о тебе. Добро пожаловать в темное братство. Теперь ты будешь жить в нашем убежище. Пусть оно служит тебе новым домом, местом, где ты можешь найти успокоение и защиту, если в том возникнет нужда. Когда ты будешь готов к работе, поговори с Винсентом Вольтьери. Он отвечает за распределение заданий для новых членов семьи. Но прежде чем ты уйдешь, прими этот дар от твоей новой семьи. Это уникальные доспехи. Они легче, чем доспехи из обычной кожи, и черны, как пустота. Теперь иди. Я и так слишком задержала тебя. Винсент ждет. Ты найдешь его в его покоях. Иди, дитя мое, да пребудет с тобой Ситис. Люсьен не часто появляется здесь. Его обязанности в черной руке отнимают у него много времени, поэтому он доверил мне руководить этим убежищем. Чтобы воспользоваться услугами темного братства, заказчик должен исполнить ритуал Матери Ночи. Только тогда она услышит его мольбы об убийстве. Это древний обряд, темное таинство. По всей империи каждый день люди взывают к Матери Ночи, умоляя ее забрать жизни других. После того, как человек исполнит ритуал, с ним связывается уведомитель. Выплачивается сумма золотом и оговариваются детали. Так было всегда. Ох уж мне эти глупцы из церкви и их 9 божеств. Нет никаких божеств, кроме вечного и жестокого правления нашего отца ужаса, Ситиса. Это не единственное убежище темного братства. Есть и другие по всему Сиродилу. Во главе каждого из них стоит уведомитель черной руки. Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночи в свои холодные люди. Я столько слышала о тебе. В чем смысл? Зачем утруждать себя всеми этими прятками? Зачем крать? Прочь от меня. Мой дорогой Гаврош, ты убийца темного братства. Сердечно приветствую тебя. Полагаю, беседа с Ачивой уже состоялась. Я Винсент Вольтьери. Я даю поручение всем новым членам семьи. Пожалуйста, пусть мой внешний вид не пугает тебя. Дела темного братства и его догматы стоят выше моих потребностей как вампира. А теперь, если новоприбывший готов к работе, я выдам тебе твой первый контракт. Я был заражен вампиризмом 300 лет тому назад, будучи в экспедиции глубоко в землях Эшленда Варденфелла. Почти 100 лет я охотился тайно, пока темное братство не нашло меня. Теперь у меня есть семья, которая принимает и даже ценит мой уникальный дар. Возможно, в будущем, когда я почувствую, что ты заслуживаешь этого, я предложу тебе шанс стать охотником ночи. Когда я только вошел в семью, этим убежищем руководил другой уведомитель. Люсьен занял ее место, когда она была убита при выполнении контракта. Мать Ночи говорит только с одним членом темного братства, слушателем черной руки. И когда наша госпожа говорит, за ее словом следует смерть. Ситис — это тьма с незапамятных времен. Он не Дейдра и не живет в царстве Обливиона. Нет. Ситис — это нечто совсем другое. Это убежище стояло здесь еще до того, как я вступил в темное братство. А это было 200 лет назад. Контракт — это секретный договор, заключаемый с темным братством.
нам платят золотом, и мы удаляем определенное лицо из этого мира. Контракт передается опытному ассасину, который выполняет обязательства, взятые на себя темным братством. Так было всегда. При выполнении контракта у тебя появляется возможность заработать премию, если соблюдены определенные условия. Теперь перейдем к делу. Я не знаю, как ты относишься к пиратам, но тебе придется убить одного из них. Капитана. На его корабле, окруженного его командой. Тебе это интересно? Превосходно. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся в портовый район имперского города. Там ты найдешь корабль под названием «Мария Елена». Взойди на корабль и найди его капитана, Гастона Туссо. Он будет в своей каюте. Ликвидируй Туссо любым удобным тебе способом. Сейчас эти пираты усиленно загружают корабль какими-то товарами. Возможно, тебе удастся проникнуть на борт в одном из контейнеров. О, еще одно. Возьми в привычку беседовать с членами семьи обо всех текущих контрактах. Их интуиция может оказать тебе неоценимую услугу. Конечно, прощай, брат. Я ценю наши секреты и никогда не предавал их. Но использовать скрытный, чтобы убивать? Добро пожаловать! Добро пожаловать в семью! Я бы крепко обнял тебя, но Ачива просила меня не делать этого. Это твой первый контракт? Не надеешься на премию? Ха! Это правильно. Лучше забудь о ней. Кому нужны магические штучки, если у тебя есть клинок? Самое приятное, когда ты с жертвой лицом к лицу, это возможность сперва прошептать ей несколько слов. Ну, знаешь, что-нибудь устрашающее. Например, как-то раз у меня был контракт на убийство маленькой девочки Норда на ее дне рождения. Она подумала, что я шут. Но я сказал ей: «Нет, я посланник смерти». Ох, как изменилось ее лицо. Она так и не дождалась своего шестилетия. Поговорим позже. Сердечно приветствую тебя. Я Телендрил, лесной эльф и верная дочь Ситиса. Надеюсь, тебе понравится наше убежище. Пираты? Как правило, они очень ловки, подвижны и хорошо владеют мечом, но редко носят доспехи. Да, еще, они обычно не пользуются луками и магией. Пусть твои стрелы всегда летят точно в цель. Какого черта? Ты не из моей команды. Тебе лучше попытаться объясниться, если хочешь сойти с этого корабля своими ногами. А? Ты кто? Проповеди читаешь, что ли? Одна из этих спятивших церковных крыс? У меня нет на это времени. Капитан? Капитан Туссо!
Итак, пират ликвидирован. Превосходно. Никто не будет скорбеть по нему, и Ситис остался доволен. Пожалуйста, прими в награду черную ленту. Это кольцо, сила которого может оказаться весьма полезной для тех, кто ценит осторожность.